Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки кота. Да. Ладно, давай начинать. Вот у меня есть вот такая вот маленькая машинка, которая очень хорошо ездит. А где машина? Вот. Она что, с неба упала? Вот. Да. У нее такие маленькие колеса. Так. Может, они... катарка. Я вижу, они сами, ты их сам сделал. Камера есть? Нажми на F, да. О, прикольно вообще. Супер мини машинка. Кто-нибудь увидит, подумает, новый инструмент на уменьшение блоков. Ее никто не увидит. Ну хотя да, она такая мелкая. Ну такая. Колеса тоже можно... хорошо работают. Только вот тут один баг, то что плоские колеса поворачивать-то не могут. Ну они немножко плохо поворачивают, но так она нормально функционирует. Я могу показать, как она работает. Ну покажи давай. Она такая маленькая машина, оказывается, такой большой. Да. Ну, по идее, как машинка на радиоуправлении. Непущечная. Ой, а можешь заново загрузить? Хорошо. Это уже не скрыть. А где она вообще? А, вон, наверху. Вон она сверху. Сбрасывай, попробуй покататься. Ой. Я не это имел в виду. Ну ладно. Так, сейчас попробую себя уменьшить. Вот, я ее сбросил. Так, садись, попробуй на ней покататься. О, она для таких человечков. А нет, я слишком большой. Да, она прям для таких. Нет, я все равно слишком большой. А ее можно этот выбросить одним шагом? Получается. О! Что маленький. Нет, ну с людьми так работает. А на этой машине можно покататься? Толкай ее. Сейчас я попробую стульчик поставить на нее. Так, куда же мне тут стульчик влепить? О! Его тут нету. Она не работает. Поехали, да. Все, ой. Поехали в желтую команду, там один человек есть, я такой напугается. Она слишком маленькая. Хотя нет, мы сможем доехать до желтых. Она просто по воде не может против течения ехать, она слишком медленная. Ну поворачивать-то сможет? Ну да. Ну поехали тогда. Только там странно, я выгляжу как-то, ну ладно. Поехали к другу. Поехали, да. Какая у него будет реакция? А, это... Всем напишу. Пер, иди сюда. Где он там? В своей базе. О! Сейчас увидим его реакцию. Давай к нему подъезжай, чтобы удивился. Какая мини-машинка. Здрасте. Супер машина. Чё он написал? У меня решетки. Он в шоке. Он в шоке? Все, поехали отсюда. Как? Наверное, да, написал? Да, он в полном шоке. Эй, почему он уже... Он не знает, как делать такие маленькие колеса. Потому что издалека не видно, что это такие колеса. Как? Он так сделал? Да издалека не видит. Вообще, любой человек в шоке, они не понимают. Потому что колеса издалека кажутся круглыми, как будто... Я сам удивился, когда впервые увидел это. Ты подумал, то, что появился новый инструмент секретный? Ага. У меня так все друзья думают. Он тоже в шоке. Поехали на базу. Такая мини-машинка приехала совершенно спокойно и совершенно спокойно уезжает. А он в шоке. Мне кажется, это самая маленькая машинка, которую вообще можно сделать. Чё он пишет? Такого не бывает. Ладно, я рассветуюсь, наверное, до базы не доедем все равно. Да. Любой человек будет в шоке от такой машины вообще. Давай смотреть следующую постройку. Хорошо. Вот у меня еще есть машинка. Только я чуть-чуть не доделала, я сегодня делала утром. Большая только? Вот. А, сейчас. Можешь покататься? Я правда видела у тебя там на видео, но я вообще детализированные машинки делаю, твои друзья. А это что за машина? Ничего. Это которая нас впереди сидит, что ли? Да, ну у нее прикол такой. Типа, едешь и зажми левый shift, и она дрифтить начинает. Ну, зажать прям? Да. А что это делать-то? А, типа колеса назад едут. Да, это она дрифтит из-за этого. Задние колеса назад едут, и поэтому он дрифтит. Да. Сколько разных способов для дрифта только не придумали. Это билд-бот. Ну да, дрифтит. Вот, прикольная тачка. А почему я сижу впереди? Ой. Вот, иди сюда. Это был не я. Куда идти? Вот. Тут есть супер быстрая машинка или машинка с хорошей подвеской. Какую выбираешь? Выбираю все. Давай сначала вот эту. Давай сначала вот эту. Давай. Ну, первая же. Смотри. Пиу-пиу. Вообще супер динамичная подвеска. Ну. Такого никогда не видел. На танк поставить колесный такую бы. Ну. Он прям вообще все прорабатывает. Прям вообще везде проезжает. Ну. Самая имбовая подвеска, которую я видел. Ну, типа, если сравнить какой-нибудь машиной без подвески, то она тут перевернется 5 раз. Ну да. Очень вообще в шоке. Дальше. И вот тут машина быстрая очень. Как ехать? А-а-а!
Куда? Это бешеная, наверное, машина, не быстрая. Да. Другу даешь машину? Он такой... Да что ты? Я улетел из-за этого. Она слишком быстрая. Ну, вообще, какая-то безумная. Да. Ай, как на этом ехать? На этом вообще возможно ехать? Да. Ты как волчок. Кручусь. Ну, крутишься. А-а-а. Я вообще выберусь. Она может тут день проехать. А что с ней не так? Почему он так едет? Она слишком быстрая, потому что... Вот. А вот тут машинки из твоих старых видео. Можно, думаю, можно их не смотреть, да? А, можно? Ну, не знаю, я покатайся на них, типа, из твоих старых видео машинки. Так. А, эти две мы посмотрели, но подвеска очень такая. Ну, бегу. Да. Это что за подвеска? Тоже подвеска, что ли? Да, это, типа, независимая подвеска. В сравнении обычной подвески и вон той. Обычная. Да. Вон та... Сяду. Ну, типа, эти подвески тоже более-менее ездят, но не так, как те. Ну, не так, как там. Ну, вот это да, вообще. Да. Как-то так едет вообще. Я перееду тебя. Так, и там еще что-то последнее. Да, это машина, которая по стенам крапается. Стоп, чего? Вот только садись на нее, сейчас будет прикол. Так. Едь. Ну, ай! Ой, магниты включи. Магниты? Да. Ну? Почему такая шустрая? Так должно быть. У нее еще проблема, она немножко улетает. Ты мне крутящий момент на максимальный включил. Да? Да. Поменьше можно? Так вообще ехать нельзя. Так, осторожно. Поменьше, пожалуйста. О, теперь это нормальная шестиколесная машина. Сейчас я на базу приеду, хотя по стенам, да? Вон, вижу, ты едешь. Вижу. По елкам можно ездить, что у нее 6 колес. Так, сейчас попробую. А что, из-за этого, что ли, зависит? Так, ну попробуем по ёлке поехать тогда. Типа не очень хорошо по всему ездить. У ёлки такая себе форма. Опрокинулась, всё. Она может, когда переворачивается, обратно перевернуться вот так. А ты переверни её и включи магниты. А, сейчас. Ну, ой. Блин. Автоматом. По идее, ты должен был улететь. А ты что, ты так хочешь, чтобы я улетел? Нет, извини. Так. Ну вот если перевернусь, включаешь магниты и обратно. Но как тут не валяшка переворачивается. Это машина на тот случай, если машина перевернулась. Нет, если город захватывают, сразу под карту прячешься. А, ну так тоже можно. Но убегать не надо, ну ладно. Так, давай дальше тогда. Давай, сейчас, что за...